Короче, если вы хотите, чтобы вам порыли десятку, так и говорите. Но я, блядь, десятки не люблю, пиздец. И там будет, когда это время, там, хуй знает, посмотрите тактику, что ли, чтобы вы приходили сюда и понимали, что здесь происходит. Если у вас есть желание закрывать десятки. Тут, блядь, надо просто понимать, и все, пиздец. Поехали. Там кто еще? Пузы перемажьте, фласки припейте. Вдруг кончились. Ну, сейчас протяжка будет. Час будет уже через пару секунд. Беги, малышка, беги! Фридом, две глыбы, кружок, ромбик. Слева. Четвертая, последняя. Два соска, ебать, 4 стака, нахуй, 5. 5, 5, так я до 5 держу. Отношу. Иду я куда-нибудь схожу. На второй фазе вы уже это не делаете. Сейчас притяжка будет. Беги, малышка, беги! Кружок, ромбик. Никто не уцелеет. Рейнфал. Справа. Сейчас будет протяжка. Беги, малышка, беги! Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти?
Кружок, ромбик. Дальний, дальний возьму. Сразу переводим, там 4%, сразу хуярим. Когда переведете, там пристопните немножко, скиньте стаки, чтобы хуёво не было. Вот фаза пошла, уже может пристопнуть, сейчас будет склеп, 2 секунды. Кружок и сразу разбить, все за ним стаки скидывают. Разбивайте его, чё вы? Следующий туда же. Место освобождайте. Кружок. Будет притяжка. Стоим, не бьем. Подбивайте там немножко дот какой-то повешите. Но притяжка пройдет. Два соска вперед отнеси. Два соска перед ним вставай. Питок. Поближе. Сейчас, вот притяжка. Сразу этот разбивайте. И два соска тоже разбивайте. Разбивайте, разбивайте, не задохнуться. Иди скидывай. Следующую в кружок и сразу разбить. После этой тоже в кружок и сразу разбить. РДД сразу разбить. РДД разбейте, там милик один выбил. Следующую в кружок и сразу разбивать. Следующую в кружок будет притяжка. Блин, стаки не снял. Випси. Ничего, если следующий снимешь. Зубы кинуть. Будет притяжка, смотрите. Все стоим, скидываем. После притяжки сразу зергнуть глыбу. Зергнуть глыбу и освобождайте хила быстрее. Зергайте. Зубражин в кружок и сразу разбить. Вадикон ресы. Войда. Глыбу сразу разбить. Ресы, ресы. Сразу захиливайте. Каску, лапу, пристабав. В синтек в кружок и сразу разбить. Отойдите от глыбы. Еще время есть. Нормально. Так. Следующую в кружок и сразу разбить. Еще пока играем. До берсы там... 1.5 минуты, так что нормально. Пары, да. После притяжки будем уже Геру давать зерно. Сразу разбивайте эту. Следующую в кружок и будет притяжка. Следующую в кружок и будет притяжка. Готовимся. Малефицист в кружок. Будет притяжка, готовимся. Захотываем, задотываем босса. Ждем притяжку. После притяжки разбиваем глыбу и даем Геру. Все остальные глыбы в сторону. И фулл ДПС по боссу. Разбивайте, освобождайте его. Вадикон в сторону. Фулл ДПС по боссу. Гера. Ярим. Два ляма. В принципе, если РДД не обломаетесь, можно и Вадикона подбить, чтобы он тоже еще подамажил. Который в глыбе стоит. Выпси. В сторону. Даю Т4 на рейд. 700 тысяч добиваете. Рарник, давай массакру. А, випси не в глыбе. Вадикон, спокойствие, прочитай. 300 тысяч. 100 тысяч.
Все, добили. Сейчас меня разобьете. Отойди. Ну, типа, так можно с первого раза было сделать. Ничего сложного в этой тактике нету. Ну, так что на будущее берите это на заметку. Ну, лич тоже простой, но там... ну, из сложного, я не знаю, ну, комната, потом чё. Вальку бить несложно. Это нормально должно быть. Сейчас. Главное это... Вальку не сагрите, которая на мосту летает, чтобы время не проебать. Наш лог пришел или нет? Не знаю. Сейчас это она еще обратно полетит, не бегите. А что это такое? Да-да. Наш лог, понимаешь, наш лог, такая проблема, мне ничего не надо, я не пойду. Это все, это вот так. Быстрее пробегаем. Самонять меня не пробегаю. Не, она пришла, я просто. Лока нет. А, лока нет. Я сейчас тогда ладно, улетит, приду. Лучше кого-то где с гильдии, кто тактику знает. Ладно, пока добираете тело, я пойду покурю тогда. Распятки. Потом он легче кажется, чем 10 гир идти. 25 гир почему-то легче, чем 10 гир. Да нет, десятки легче. Не, если все... Ну, были такие, как бы, не убийства, типа, нам урон не хватал. Приключения пивного гладиатора, блядь. Новый фильм вышел, да? Да пиздец. Ютуберы, блядь. Хуйню выпускают всякую. Так. Кто в какой метке стоит? Для начала надо, чтобы маг добежал до нас. Где он там? Приехал уже? На лифте. Где он там? Что он? Он ждет. А нет, все, он уже внутри бежит где-то. У меня рыбы нет. Все. У меня есть. А куда рыба делась? Я тебе 50 целых давал. Сожрал. Как сожрал? Ничего себе. Придется новую делать. Ну, продал на аукционе. Какой из продал? Мы сколько вайпались? Где мы вайпались? В тюрьме вайпались. Короче, надо тюрьму без рыбы. Десятки без рыбы, нахуй. Я ебал на рыбу. Рыба, короче, только целка гер. В обычке я хуй знает. Ну, хуй с ним, с обычками. С 25-ками. Короче, в десятки никакие рыбы не ставьте. Вот РС, ГМХМ. И что, это ТГ-25 и ЦЛК-25. Вот 4 25-ки вот эти мы ставим. Пусть свои бомжовые, да. А десятки нахуй, лучше вообще нихуя не ешьте, блядь. Нахуй там рыба. Ее тратить еще голду на нее. Вот, маг пришел. Мы с единственным миликом-малифицистом в ромбике. РДД хилы в треугольнике. Идите сюда, сразу встаньте туда. Протопал по центру. Как чума выносится, я рассказывать не буду. Как чума диспелится, тоже рассказывать не буду. Но я напомню, что Вюпсень, ты будешь диспелить. И если ты не сдиспелишь чуму, человек умирает. Как рассказывать, как танчить шаркарей, тоже не буду. Но напомню. И используешь правило двух мобов. Значит, если у тебя есть один вурдалак и один шаркающий, то ничего больше не таунтишь, нихуя не делаешь. Малифицист все зауешит. Дальше. Если вылез второй шаркающий, и ты его забираешь, и у тебя два шаркающих, ты маленьких вообще не берешь. Вот. Твоя задача, чтобы как можно быстрее умирали шаркающие. Это приоритет. Все остальные играют по боссу. Когда говорят РДД ловушка, РДД отходят. Отходить на 5000 километров не надо. Вот вы стоите здесь в треугольнике, да?
из лича такая черная параша летит по воздуху. Вы такие увидели эту хуйню, отошли вот так. Этого достаточно. Если, ну, могу поправку внести. Если, допустим, вот Синтек вот так отошел, тут стоит. Один вот так отошел, один вот так, а другой вот пяткой левой ноги нахуй на ловушке стоит. То все, как вы отошли вот так вот, как я показал, вы все улетите. Поэтому либо вы отходите нормально, блядь, вот на такое расстояние все разом. Для этого у нас будет метка, Синтек. Ассист у тебя есть? Вот тебе кружок. Валька, на Вальку что там вешается, блядь? Давай ромбик. РДД в ромбике всегда. Или в Синтеке, блядь, или хуй знает. Ну, кто там еще умный? Вот. Вы двигаетесь. И, ну, стойте в метке, блядь. Если, ну, на будущее, если вдруг рейд ненадежный какой-то там, ну, дебилы какие-то собрались, то лучше дальше убегите вот так. Но все равно не как в Луну. Вот так вот, как показал сейчас. Так даже если тут какие-то бичи вот так вот отбегут, и тут вот лесенка такая будет стоять, эти бичи все улетят, а вы вот стоя здесь не улетите. То есть рейндж взрыва ловушки, по-моему, 12 метров. Или 12, да, 12, по-моему. 10-12. Вот из центра ее 12 метров. Вот. Активируется она, когда в ней игрок стоит. Появляется она через 3 секунды, что ли, когда она на пол упадет. Но на разных серверах по-разному. Бывает 1 секунда, бывает 2. Вот. Фаза идет. Гера будет с пула. Вторая гера будет в конце. Берса 15 минут, по-моему. Вот. Когда переходка, что там, на 70 и на 40. Когда ближе к 70, мы уже смотрим. Там, если надо будет, личак в РДД зону подведу. Вот. Самое главное, что вы должны понимать. Как бы там ни была расстановка, даже если вам не говорят пробежать, вы смотрите на тайминг чумы. Потому что, если вдруг мы с Миликом, в нас прилетит 6 ловушек, и мы окажемся вот здесь вот, а вы будете там как бичи стоять в треугольник. Не, нихуя. Вы будете двигаться за ромбиком. Ромбик будет двигаться, чтобы доставать танка. И еще вам нужно смотреть, где стоит квадрат протопал. И какое от вас до него расстояние. Если он пробежал условно в кружок, то вы должны находиться уже условно в луне. Вы должны всегда сохранять 15-17 метров рейнджа до протопала, чтобы вы успели вынести чуму. Это все. Все, что надо понимать на первой фазе, если вы не хотите на нее. Тут нихуя сложного нет. Вот. Вторая фаза очень, очень простая. То же самое. Осквернение, вальки. И из осквернения выходим, вальку бьем. Все, пиздец. Это на переходке духов бить, там тоже легко все. Сферы, что у нас? Ну, два мага побьют. Или зубраджин и какой-то, кто меньше дает из магов. Ну, а на третьей фазе... Просто бегаем в комнате за звездочкой и бьем духов, которые подлетают на рейд. И нихуя сложного нет. И также, когда нас притянет обратно, разбегаемся, осквернение, и бегаем туда-сюда по платформе. Осквернение последнего заносить в какую метку? По осквернение рассказываю. Осквернение не метка, осквернение не в метку. Осквернение надо выносить на второй фазе из центра. Для того, чтобы лич позиционировался вокруг кружка. И валька, схватившая человека, летела как можно дольше до обрыва. Вальки будут... Ой, блядь. Не осквернение, это лужа. И все. На первой фазе выносится. Как она? Чума или чума она называется? Чума выносится к протопалу, квадрат. Видно? Все, все, все. Да, все. Спасибо. Главное, не подъебало к шаркающим. Все, запускаю этого пидора. Посмотрим, как что, кто играет. Бля, ханта нет. Запусти, на ком РЛ там. Запустите лича. Лича там, запомни цель, эту всю хуйню узнать. 45 лямов хуйня. Быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь. Так, малефицист, я буду танчить лича лицом к РДД зоне. Для того, чтобы, если на тебе или на мне появилась ловушка, мы одновременно проходили одно и то же расстояние. Если я поверну его лицом в квадрат, и на мне будет ловушка, ты можешь заслакать и в нее забежать. Ну, ты, может, и не заслакаешь, но
В будущем надо я будет понял, с Гери там всем так танчить. Как лича поставлю, ну там секунд 5, наверное, да, типа дамажить, чтобы все прокнуло, и тогда уже Геру донесу. 3 секунды до пыла. Давайте Геру. Дальше стерео. Угу. Милики. Ага. Как на нас? Ну вот, минус один нуб. Ага, да, улетел. Это... Да. ГП, да. Блядь. Синтек реса его. ДПС, ДПС. Никакого ДПС не должно быть. Он чуму на Сизу, Браджин. Короче, я понял. Блядь, долго это все нахуй. Ты вместо ДПС, ты проебал весь свой ДПС, блядь. Для справки. Да я понял. РДД ловушка. Ты встаешь или нет? Я встаю, да. Бичи, ага, блядь. Встал, все, нахуй, заходите в ловушку, нахуй, ебать. IQ 2, нахуй. Пизда, блядь. Нахуй, блядь. Надо было не давать тебе БР, блядь. Уии! Что у тебя за проблема, блядь? Какой нахуй ДПС? Сначала ты отбегаешь от ловушки, а потом ДПС. Забудьте это слово ДПС, блядь. Если вы будете думать про ДПС, да, нет, сначала у вас должен быть навык, должен быть все, сука, эти таймеры, все движения должны быть в башке, и только потом, когда вы уже отбежали от ловушки, у вас должна быть ротация, ДПС и вся прочая поебень. Сначала, блядь, любой мастер по боевым искусствам вам скажет, блядь, сначала делайте это, чтобы было удобно, только потом уже добавляется скорость, и в самом конце уже добавляется сила, блядь. Это применимо к жизни, ко всем аспектам. Сначала вы делаете правильно, потом вы делаете много, быстро, охуенно и так далее. И неправильно. Вот неправильно, сначала надо правильно делать. А вот такая залупа, ты стоишь в ромбике как бич и думаешь, ой, ебать, ловушка, да и похуй. Улетел, сдох, 0 ДПС. Изи. Вот. Я, короче, долго тут не буду сидеть, блядь. Если будут проблемы, там, первая фаза, блядь. Первая фаза, ну, я не знаю, нахуй. Ну, включайте мозг. Полчасика посижу и пизда. И, ну, и сами будете бить. Не люблю десятки, блядь. Начинайте делать все нормально. ДПСа у ваших персонажей убить хватает. Нихуя сложно нет. От ловушки отбегаешь, бьешь, пиздец. Долго это, не жрите долго эту всю хуйню, не ждите. Запускаю уже лича, блять. Мы стоим, нахуй, фуловые все, забафанные. Лич еще спускается 40 секунд или 30 там. РДД видели ловушки? Я думаю, там озвучивать не буду вам, пизду, нахуй. Сами отбегайте. А милики, я думаю, уже увидят, да, ловушку, малифицист? Да, все, все понятно. Ничего сложного. Вторая фаза несложная, переходка тоже. Чем ты заслуживаешь. Главное проценты не проебать, как на профи мы 2 раза проебывали. Также вот около 70% становится, надо смотреть, далеко ли мы от края стоим. Потому что лич в центр прибежит, ему похуй. Он будет кастовать зиму, и мы подохнем, если не добежим до края. Мы должны уже у края стоять заранее. Вот и все. А в какой край бежать? Где РДД? Похуй, в какой край? Где лич? Я к вам лича поведу. А, окей. Ну, в тот край, где все люди. Ну, разбегаться смысла нет. Не захилимся, сдохнем. Ловушка, секунда. Ловушка на меликах. Милики, ловушка. Чума на малифицисте. А, это не на миликах была, на РТД. Не здесь спалил чуму, да? Ватикон ресы. Не здесь спалил чуму, да? Вьюпсень. Не слышу. РДД.
Каску, лапу, пристава. На танке ловушка. Вот нормально. И обратите на хп лича 90%. Чума одновременно с ловушкой сейчас. РДД ловушка, зубраджин, чума. Диспела не было, да? Не, долго бежал. Не важно, сколько бежит, надо диспелить, падать. Три хила, скорее всего, не убить, надо еще ДПСер. Добежали до края и всего 13% боссу сняли. Убить-то мало просто. Я сейчас не бил, я сейчас бегал, только смотрел. Я здесь последний раз, говорю, был уже 7 лет назад. Да даже если бы и бил, ну было бы у тебя даже 15, все равно этого не хватает. У зубруджина мало ДПСа для Геры. Ебать, ловушку кинул, я увидел. У меня жадон кричит, пиздуй отсюда. Ну короче, надо ДПСе распекать. Ну и опять же, зубруджин не подходит для лича. У него ДПС мало. 9000. Побольше. Там у меня имел он есть, можно его взять. У него КД есть? Не, у него не должно быть. Ну, а как без роста? Хила какого-то убирать. Зубру, ну, хила, для начала хила надо убрать. ДЦ нужен, поле пал нужен. Ну вот, меня можете поменять, в принципе. Не знаю. Когда-нибудь убью. Ну, типа, я не знаю, я это. Если это проносить, это надо изначально нормальной пачкой. А сейчас я не знаю, что у нас получится. Он в Зуламан пошел, так что я даже не знаю. Короче, ну, я не знаю, у меня цели нет его захерачить, этого лича. Ну, это понятно, мы его как-нибудь убьем, но на данный момент... И вы ловушку эту, смотрите, ловушку эту разлили, вот здесь. Вы отбежали, если далеко, она упала. Вы чуть-чуть вернитесь вот посередине, да, здесь. Чтобы... Да, для экономии. Чтобы для экономии места. А то у вас вот здесь и прям в луне вторая была аж. Ебать, у вас места нет. И третья где-то вот здесь перед черепом. И мужа вы возле края. Так что, у вас ДД нету ни у кого у хилов? У Синтека есть ДД? У меня есть сова, но да, хуёвая. Только 20 есть. Это хуйня. Да нет, ну смысла нету. Ну, мы по ДПС залупа полная. Надо серьезный ДПС здесь. 12 минимум. А так, чтобы... Давай, сейчас попробуем, посмотрим. Да хули толку? Пиздец, отсюда посох нужен. Так это заебись, когда что-то нужно, но, блядь, когда мы не можем убить. Ну запускай, хули. Давай последний трай, я ебал. Сюда надо собираться прям, чтоб все знали, пронести до лича за 2 часа дойти. И лича разъебать там с 2-3 попыток. А вот так вот. Хила точно 2 надо оставлять. Вместо зубраджина нужно, чтобы кто-то там 13-14, чтобы люди давали. Тогда будет падать все нормально. Быструю, чем ты за то, что а так залупа будет. Так что мне спехнуться в сову, пока есть рейс? Да нахуй надо, ну, блять, нихуя не поменяется. Ладно. Чуть урона было бы больше, ну, чем место поэкономить. Да, сейчас будем экономить. Там получается только если в эту черную лужу войдем, только тогда, да? Угу. Ну вот, значит, чуть поближе будем. Можно вообще и в одного танка бить. И в 2 хила. Попробовать когда-нибудь. Давайте Геру.
РДД ловушку. Отбежали, потом на 5 километров не отбегайте, поближе к ней вернитесь. Что мы до края не дошли, когда 90% хп у меча. Малефицист, чума, РДД ловушка. Бля, а, под ну, меня лужу. Я клацаю по нему, блядь, нихуя не диспелится, блядь. А чем ты ее диспелил? Как крайним, скажи. Каким сплом диспелил? Вот сейчас диспель? Вот диспель. Ну, так это магия. А да чума, не магия у меня. Чума это я болезнь. Знаю. Я имя диспелю, по идее. Ладно, линкани спел. Линкани, чем ты диспелил? Все, падайте. Линкани в рейд-чат. И когда линканешь, еще сам прочитай, что написано на заклинании. Излечение болезни. Линкани его я прочитаю, что. Там их две разных есть. Зеленая и синяя. Где там у тебя? Блядь, ну сейчас херовый трайбл под меня кинул, еще ловушка, блядь. Может мне в мире как быть? Изначально. После ловушки идти уже шаркаши. Да не, ну должна она снимать. Я не знаю, блядь. Она должна снимать. А вторая есть, она как называется, вторая? Там... Вторая устранение болезни, она как дотка вешается. Это я в курсе. Блядь, сейчас я погоди, мы в хиллботе на другую кнопку переснул. Это пиздец, я говорю. Вот в желтый уже который раз. У тебя, да, у тебя какая-то залупа, я не знаю. Ну, хиллбот залупа, ты лучше вуду поставь как-нибудь. Вуду ты сможешь. Вон. Сделай макросы. Таргет равно mouse over. И все. Ты будешь наводить просто мышку, нажимать букву любую, какую удобно. 1, 2, 3, 4, 5. Диспелить. У тебя будет вообще ебать. Под рукой вот вся клавиатура. 20 кнопок, блять, назначить можно. Нажимаешь удобную себе и все, и делаешь. Мышкой просто наводишь на человека, даже кликать не надо. Ну я не знаю, блять. Еще 10 минут. Чуму вы тоже не смотрите. Чума. Не, он вынес. Вы прям должны. Вот вы когда идете, да, бьете лича 10 гер. Это не обычка, где вы стоите, там чилите. Это подвижный босс. Вы должны ждать каждую чуму. Каждая чума на каждом из всех 9 игроков, кроме танка, может быть. Может повешаться на вас. Вы должны ее ждать. А не так, что чилить там А1, 2, 3 нажимать. Если вы не будете готовы к хуйне, что происходит на боссе, то хуй когда убьете. Всегда будут вайпы, вас придется вагонить. Рассказывать вам все. Делать за вас там половину работы. Ну, ах, неплохо вы. Ну я лично ласт трай, ну мне, как сказать. Давай тогда спекнись, чуть-чуть урона будет больше. Ну спекнись, хуй с ним, блядь. Че, запускай, пока он там отъестся, отопьется. Можешь вот тут стоять, Рарник. Вот здесь вот. Не-не, мне где-то с Миликом или с РДД стоять. Вот здесь вот можешь стоять. Чтобы они... Нет, выходи только, когда шаркающий, наверное, забирать. Вот шаркающего вот здесь можешь забрать. Сюда повернуть звезду и лицом его, вот как лич стоит вот здесь. И тогда, если ловушка на тебя кинется, ты пробежишь уже вот так, недалеко. А не то, что ты здесь вот стоишь, и ты уже где-то стой кружком будешь, тоже место сэкономишь. Она реже на тебя кидаться должна, по идее. Нет, два раза подряд кинулась сейчас. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Не, ДПС сама. ШПшники 1020 тут бьют. ШПшников у нас нету. Десятки, что ли? Да.
РДД. Любсин, чума, РДД, ловушка. Вот, нормально. Протопал ловушка. Когда будешь выносить, осторожно, с чумой. Ловушка с чумой одновременно сейчас. На мне ловушка. Чума на синтеке. На мне ловушка. Малефициста не достаете захилить, да? Ближе встаньте, если проблема такая. Только 12 метров от ширкарей держите. Ловушка секунда, чума 2 секунды. На мне ловушка. Чума, дефнер. Бей, бей его. Малефициста прохильте, он сейчас идет. Тащит, ты выхили, РДД ловушка. Чем-то мне всегда ДБМ орёт, что ловушка на лейде каждый раз. Каждый раз как... РДД ловушка. Не, не хилят они. Заражение убивает. Заражение убивает. Сколько процентов? Это не прохил. Да, ДПС маловат. ДПС залупа, хилы залупа. В общем, другой раз как-нибудь. Давай посмотрим детали смерти, как тебя убил шаркающий. Так. Да его заражение убило. Король лич, длань жертвенности. Ты нажал длань жертвенности и... Да я тебе дал. А, это, дал ты на мне дал, да? Да, да, я вижу, тебе мало хп, я тебе дал. У меня было фулл хп, когда я дал. Потом да. Смотрю, мне заражение не могли прохилить, короче. Шаркающий. Вот, 4,5 секунды не хилили. Типа. Ты под шаркающих знаешь, да, когда им стан давать? Когда у них верса? Да, да, да. Ага. Да, точно ро. Да, ну, да. Я не буду. Ну, блядь, смысла нету, нахуй. Ну, кого вы... Надо сильных каких-то брать изначально сюда. Да, идти. Видно, что с ДПС не хватает. Конечно, надо сюда серьезные персонажи. Это, блядь, ну... Если Синдра с профом еще как-то более-менее средненькие такие, лич очень требовательный. Я после Синдра сразу сказал, что ДПС у нас очень мало, блядь. Типа, у нас по 6 тысяч на Синдре вот идут ДПС. У тебя должно быть по 10 хотя бы. Ну, по 7, по 8. По 8 должно по 9 быть. Чтобы эту хуйню вывозить, лечать 10 гер, нужен ДПС. Если ты вот в обычке бьешь, допустим, на сурке, да, нужен, чтобы ты на сурке давал 16-17. Это минималка, блядь. Если таких людей нету в рейде, ну, лич становится очень тяжелым. Плюс хилы не должны никого ронять. Ни танки не должны падать. Ну, вообще, блядь. ДПС, который у синтека изображен, он не подходящий к этой категории. Он обычки еще фармить можно, а 10 гер нужен серьезный персонаж. Я 50, но... Вот на личе ДПС режется, я свой не вижу. У меня написано 4800. Да, это потому что если это умираешь.